Это расклад на картах, что нам передадут умершие. Я уже говорила, записывая в такой момент, когда именно идет одна сторона, она богатство привлекает, а другую от ушедших, от рода, и мы можем получить от них совет вообще от ушедших. И что они нам подскажут в жизни, как нам достичь благополучия, удачи. Не обязательно вам кого-то там призывать, потому что кто ответит, тот ответит. Не заморачивайтесь даже, не мучайтесь. И призывать я буду через хозяина кладбища, чтобы покойники нам не навредили ничем. Если вдруг окажется среди них, такое тоже бывает. Выбирайте свой вариант. Один из четырех. Я начинаю с первого. Первый вариант. Джокер черный прямой. Тройка крестовая. Дама пик и червонный туз. Нас выпали. Ну что, все отлично. Первый вариант. Вас предупредили о нескольких вещах, что на ваш дом наводится черная магия. И у них это очень успешно, и делают они так, чтобы вы разорились и проиграли свой дом. И делают они это очень успешно и задействуют ваших или знакомых, или родственников, ну таких родственников дальних, не заинтересованных. Родственники ваши по тройке, какие-то дальние в этом участвуют. Они хотят, чтобы вы проиграли свой дом, свое имущество и свою семью. И говорят, что это вам нужно снять. Именно идет речь о проигрыше. Вот что они вам передают. А вторую часть я сделаю на нет ли какого еще негатива. И чем этот негатив, так как тут он есть, надо снимать. Вот такое вам послание. Что и плюс вам придет подарок и выигрыш. Но это не отменяет ту часть, которую я сказала первой. Вообще никак это не отменяет и отменить не может. Поэтому тут это надо снимать. Имейте в виду это. Первый вариант, а мы переходим ко второму. Второй вариант. Семерка пик вверх. Джокер красный перевернутый. Восьмерка крестовая. И пятерка червонная. Вам говорят, что дайте дар спиртное и сделайте ритуал на выигрыш. И к вам придет выигрыш или в любви, или материальном. Но в любом случае это будет выигрыш очень большой по жизни. Но вам нужно принести спиртным дар и сделать ритуал именно на выигрыш. Можете делать на выигрыш к Джокеру, но это не обязательно. На выигрыш и удачу. И к вам придет большой подарок. Или любовью, или материальным. Посмотря в том, в чем вы нуждаетесь. Ничего не говорится, что тут какой-то негатив, но я еще все равно буду смотреть его. Есть ли вторая часть? Но что вам обязательно нужно принести дар спиртным. Это очень четко, это нужно сделать. И в этот момент, когда нас удача соединяет, тот мир и этот, вот вам передают. Причем это разные люди передают с очень разных сторон. И ваши родственники всех, они знают, что вы будете смотреть по своему провидению, и чужие люди. Ну вот такой совет. Не,
принесите откуп, вернее, дар. Это не откуп, это дар. Вот такой второй вариант. Третий вариант. Пятерка пик, девятка пик, десятка пик и семерка бубновая. А вам грозит болезнь. Я не могу сказать, что там смертельная или что-то, но неприятная. Три карты пик и девятка пик – это 100% с болезнью связано. Десятка пик обычно хорошая карта, но с девяткой пик, и когда много пик, она уже превращается в негативную. Тут именно нужно дать откуп. И три карты пик, тут три вещи вы должны принести в откуп от болезни. Это еще предвещает, а если вы уже болеете, то тем более. Или маленькие вещи, или... Я пойду за этот вариант и буду делать откуп сейчас. А потом покажу, что получилось на черных картах. Прошел ли этот негатив, прошло ли это предзнаменование. Покажу отдельно, как делать откуп. Уже в ритуале покажу откуп от болезни. Потому что это чисто заболевание. Я не могу сказать даже, что его какой-то стресс вызвал. Нет, это именно заболевание. Но они говорят, что есть время, и вы успеете 100%, пока оно не наступило, чтобы это не пережить. Дайте откуп тремя. Вот такое вам послание. На самом деле оно очень хорошее, потому что болеть не очень-то приятно. Оно не связано с предсказанием. А наоборот, это совет, как от него избавиться. Так что я пошла откупаться за этот вариант. Четвертый вариант. У вас все хорошо, к вам идет ребенок. К вам в семью, в род идет маленький ребенок. И ваши все действия сейчас расчищают к нему путь. В вашем роду появится ребенок. Обязательно. Или ваш, или в вашем роду. И этот ребенок будет вашей радостью, вашей гордостью, вашим счастьем. И еще есть исключение для женщин, которые очень мечтают с кем-то познакомиться, вы познакомитесь. Но с этим мужчиной завязывать серьезные отношения не стоит, потому что он будет выступать в роли ребенка. Он будет не помогать, а наоборот, как бы забирать вашу любовь. Все это время для питомца завести и время для ребенка. И в вашей жизни приходит время для ребенка. Если вы хотите, чтобы этот ребенок с вами имел очень хорошее отношение, чтобы он любил, и у вас вообще наступила радостная полоса, принесите дар и откуп на перекресток умершим. Тут четко говорится именно дар и откуп. В любом случае отношения с этим ребенком будут хорошие. С этим питомцем. Но если вы хотите по-настоящему, чтобы все было очень хорошо, принесите и дар, и откуп. Тут шестерка и семерка 100% указывает. Причем во всех вариантах я не нашла исключения. Везде нужен был дар и откуп. Я такой первый раз вижу, но во всех вариантах это присутствовало. Так что имейте это в виду. Если негатив, я сейчас посмотрю отдельно на черных картах.